Мировая общественность оценила праздничный наряд Сочи. Это и цветочное оформление, и единый архитектурный облик, и искусно подсвеченные магистральные улицы и крупные объекты. Все это часть программы по подготовке города к зимним играм. Но скоро они закончатся, а вот Сочи останется теперь уже всемирно известным курортом. В город будут приезжать туристы, в том числе и из-за рубежа. Ночные панорамы – самый популярный фон у любителей фотографироваться. Вечерний декор решили усилить, причем затраты минимальные. Программа называется «Контур». То есть это формат городских зданий, расположенных у нас в городской среде, которые будет необходимо подсветить по верхней кромке. Далее разместить на фризах тоже контурную подсветку. Это светодиодное освещение, очень высокоэффективное. Оно требует очень малых затрат электроэнергии. Это очень современный светоэффект. Это обязательные требования. Если собственник хочет украсить здание большим количеством светодиодов или точечных светильников, никто не запрещает. В основном это касается центральных улиц всех районов Сочи. В перечне 1500 объектов. Это торгово-развлекательные комплексы, объекты услуг, гостиницы, аптеки, банки, кафе, административные здания. Срок выполнения до 1 мая. Уже с понедельника выполнение работ будут контролировать специальная комиссия. К слову, решается вопрос о том, чтобы олимпийские и паралимпийские символы продолжили украшать улицы курорта. В мэрии надеются, что они останутся на курорте как музейные экспонаты. Ольга Десятова, Галина Моисеева, Борис Осин, телекомпания ФКТ.